Я говорю не только о сеянии, но и о почве. И доктор Лерой Томпсон – это лучшая почва, которую я когда-либо видел в своей жизни. 3 года. За 3 года я получил $450 000. Если вы готовы к тому, чтобы ваше служение перешло на новый уровень, вам нужно приехать в Дэрроу. Это особенное собрание на этом месте сейчас. Особенное время. С особенным проявлением. С особенным помазанием. Почему вы все еще в долгах, если вы так много знаете о преуспевании? Как вам узнать о вашем духовном? Вам нужно соединиться вместе с тем, кто помазан, и у кого есть откровение, и проявление, и демонстрация. Я высвобождаю это. Вы двигаетесь в этом помазании, в этом собрании прямо сейчас. И у меня есть право на это. Поэтому я двигаюсь в нем, и вы будете в этом, потому что я в этом. И вы и я пойдем к лучшему в Боге. И вы ищите кого-то, кто купит самолет. Какое особенное время воздать хвалу Богу. Вы готовы? Я готов. Сегодня вечером мы готовы. Сегодня вечером. Я призываю процветание с востока, из запада, с севера, отовсюду, с разных мест, как никогда ранее. Присоединяйтесь к пастору Лерою Томпсону в процветающем пробуждении в христианском центре Слова Жизни в городе Дэрроу, Луизиана. Следующие даты в ноябре с 11 до 15. Утренняя сессия начинается в 10:30. Или смотрите онлайн на leroythompson.tv. За большей информацией обращайтесь по адресу eiwm.org, где вы будете на передовой.